Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас распаковка и тестирование. Давайте посмотрим, что же я заказала. В первой посылке у меня три пластинки XL017. Вот такие вот рисунки, очень интересные, необычные, мне кажется. Следующая XL014. Здесь вот такие листья фактурные, классные. Интересная очень пластинка. Следующая 09. Углы у пластинок не, знаете, не обрежешься, в общем. Нормальное качество и очень бюджетная цена. 009. Тоже классно, мне здесь бабочка понравилась, очень интересно. На два ногтя можно сделать. Следующие посылки снова пластинки. Тоже какие-то новенькие. Я таких раньше не видела. Делаю маленькие, большие, попробую. Здесь тоже качество хорошее. Никаких зазубрин нет. Итак, мрамор. Остановите меня кто-нибудь. Я не могу перестать заказывать мраморные пластины. Далее пластинка с одуванчиками. Очень интересно выглядит. И еще одна пластина с мрамором. Она идет в дополнение к маленькой. И рисунки можно комбинировать, дополнять друг друга. Тоже посмотрим все, как будет выглядеть. И еще одна у меня пластинка с цветочками, достаточно популярная. Ну, классные рисунки с тонкими линиями. И полый рисунок есть. Очень интересно, как он будет смотреться. И вот такая вот еще G003. Очень интересные линии, точечки здесь. Классная тоже пластинка вообще. И еще одна у меня посылка. Здесь тоже пластина и пилочки я заказала. Вот впервые мне приходят пилочки вот в такой упаковке в отдельной. Каждая пилочка в отдельной упаковке. Это просто замечательно и очень классно. Продавец молодец. Это, по-моему, магазин Пикфью, если я не ошибаюсь. Да, пластинки от Пикфью, значит, магазин. Я взяла 5 150 на 150 и 5 100 на 100. Это для моделирования, если опиливать. 150 очень долго у меня выходит. Взяла сотки тоже. Люблю пилки, которые с двух сторон одинаковый абразив имеют. Мне очень удобно с ними. 10 пилочек. Отлично. И вот эти пластинки у меня. 3 штуки. Первая вот так выглядит. С такими рисуночками, с точками. Вот это очень классно. Это царапина или часть рисунка, интересно. Я думаю, пленка поцарапалась просто. В общем, сейчас все будем смотреть, тестировать, как что смотрится, какие рисунки. Еще одна пластинка у меня. Так, вот эта пластинка у меня уже есть. Но это, как всегда, руки загребущие. Мне нравится. Понравилось, надо брать. Я уже не помню, что я ее уже заказывала. Но ничего, ладно, не хоть стоит недорого. Еще одна пластинка. Вот такая вот, 0,17, осенняя, наверное, или нет? Нет, может, весенняя, с цветочками. И вот это вот последняя на сегодня. Здесь у нас геометрия, 0,03. Классные рисуночки и вензеля здесь, интересная пластинка. И теперь переходим к тестированию. Итак, начнем с пластинки G011. У меня новый штампик вот такой вот. Хочу протестировать. Здесь закрытое дно. Вот такой вот маленький, очень липкий. Очень мне интересно, как он будет работать. И поехали. Ему шел вот такой вот скрапер. Посмотрим, как же он работает. Нормально отпечатал. У меня был похожий штампик. И он не работал, в общем. Отлично. Штампик тоже Beauty Big Bang. Так. Вон плетье. Ну вот с этим штампом тяжеловато работать, потому что он очень мягкий. И пока набираешь, иногда рисунки смещаются. Пластинка работает.
Все отлично. Итак, вторая пластиночка у нас. Номер 17. Лак взяла Николь Дайри. Это Beauty Big Bang. Отлично. Маленький попробуем. Супер. Отлично, все работает, тонкие линии работают. Вот такие вот рисунки, вот этот вообще шикарно просто получился. Обалденные пластинки, классно работают. Итак, третья пластинка, номер 3 как раз. Вот такой вот лак возьму от Born Pretty, по-моему, да, 35 это номер. Он такой старенький у меня уже. Но ничего, я его встряхнула и нормально все. Вот здесь вот что ли искривлена пластинка, я не пойму. А нет, как-то неудобно мне было снять с этим скребком. Так, вот такие рисунки. Очень прилипает штампик. Винделя. Отлично. Даже мельчайшие детальки. Все пропечаталось. Аккуратненько наносите, если то никаких проблем не будет. Отличная пластинка. Переходим к обзору вот этих пластинок. Сейчас я протестирую по одной пластинке от Chopin's и от SR. А для тех, кому интересно, в следующем видео будет полный обзор всех рисунков от этих двух компаний. Иначе у нас видео растянется на очень долго. Сейчас я просто покажу, что они работают или не работают. И закончим видео уже. Лак от Born Pretty у меня вот такой вот интересный. Это номер 360. Все-таки скребок тут такой, знаете, надо с ним приловчиться работать. Тонкие линии работают. Отлично. Так, и здесь. Скребок аж застревает. Гравировка шикарная просто. Обалденная. Все, девчонки. Все отлично работает. Для тех, кому важен обзор всех пластин, жду вас в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.